Курс британского фунта стерлингов к американской валюте обрушился до нового минимума в доллары 18 центов. Инвесторы обеспокоены выходом страны из Евросоюза. Эксперты добавляют, свой вклад в обвал внес и французский президент. Накануне Франсуа Олланд, выступая в институте Жака Делора в Париже, призвал ЕС занять жесткую позицию в отношении Британии в ходе переговоров о выходе страны из Союза. Это означает, что королевство после Брексита не будет в европейской зоне свободной торговли и уровень отношений с сообществом снизится до простых торговых. Напомним, ранее на переговорах в Брюсселе премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон стремится достигнуть такого соглашения, которое бы сохраняло тесные связи с ЕС.